Привет, дорогие друзья! Сегодня нам привезли сено нашим буренкам. Закупили мы им на зиму, чтобы им хватило. И давали нам больше молока. Сено нам привозят с соседнего села, потому что у нас село Таежное, тут лугов мало. Нам привозят из-за реки на пароме. У нас уже осень, трава пожелтела. Скоро уже и зима. Осталось недолго. Купили мы 20 рулонов. Для двух коров, я думаю, будет достаточно. Васёк пришел посмотреть. Интересно ему стало, как сено привозят. Васька. Что интересно, Вася? Вот Буян. Ему все привезли похавать. Ну, попробуй, Буян. Первая проба. Ну, Буян, ты что, сено не любишь? Понятно. Буян только привыкает к сену. И не сдоби его.
гнездо Вася вьет. Вот разгрузка закончена. Ну вот, сена, я думаю, достаточно на зиму нашим коровам. И Васе. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания, друзья. Всем удачи. Всем до свидания.